здорово, с вами Гитр 94, и сегодня у нас тест на психику, попробуй не засмейся, челлендж от The Bruno. Улыбнулись или засмеялись, проиграли. Давайте смотреть. Художественный фильм «Спиздили». Квадрокоптеру хватает сил поднять велосипед? Японцы делают вещи. Ну за 5 лет столько воды утекло, японцы уже вещи не делают. Немцы вещи делают. Все, больше ничего продолжать не надо, уже хорошо сказал. Ту-ту-ту-ту. Аквамен. Не смотрел еще, правда. Так я открываю его! Как громко. Не, ну там, наверное, просто воды мало, мелко. Менты за мной гонятся, откройте, пожалуйста. Спасибо большое, люблю. А что так можно было, что... Так, GTA 5. Дэйви, how you doing? Нормально, там дирижабль взорвался, вышел, как ни в чем не бывало. Клыка ей прям накидать нормально. На клыка ей накидать нормально? Чего? Давай, действительно, я сам не понял. Ты работаешь, я не пойму. Ты на выходных или нет? Или я имею... Бля, чё испугался? Это стена, нахуй! Я подумал, давай, Эмили. Wants to play. Бля, этот бизнес, это просто. Это очень сильно. Это... У него прилип там телефон к лицу. Обратно, обратно. Короче, там хуёво, туда не идите. Ты куда, в телепорт? Ты заебал, давай, блядь, нахуй. Уходи с пешехода, ёлка. Чё он так перевешивает? Со мной в проекте пойдут Ержан. Ержан, вставай давай. Вставай, салам алейк. Что ты делаешь? Между позвонками. Зачем вы зажигали межпозвоночные диски? Эй, нормальные диски поставил. Ты везде была, блядь, у тебя скидка на жизнь. А, это скидочная карта столько. Скроется прошлое, скоро моя. Да, я протираю спиртом лицо. Вот даже чтобы. Блять. Что такое? Ты че зараз? Скажи! Все смывается! Кроме хуя! Хуй не смывается, пицца! Зачем солисты группы «Градусы» сняли на телефон? Как наяривают писюны друг друг. Они не поняли смысл приложения TikTok. Даже я не понимаю смысл приложения TikTok. Невероятно. В чем смысл сидеть сверху на этой штуке? Причем тут черепашка вообще? Многообещающий, да, вроде думаешь, так, вот он дом, куска нет стены. Но это не только куска стены, здесь в принципе вот так. И на ночь лестницу. Ну задумка, автор, что ты хочешь? Без вариантов. Наказанные живут. Ready for impact. Ау! Ты что, простудился? Температура, голова раскалывается. Насморк. Ты что, сука, блядь, а? Я не понял. А, да это я видел, по-моему, в новостях что-то такое показывали. Про то, что Рамштайн играет в этой, в детской... Армия, нахуй. В детском поезде. Это просто пиздец. А, да это я, по-моему, тоже видел. Ну вот как вот это вот... То, что сапоги у него застряли в грязи. Просто, блядь.
Вот это прикольно, тут такое эхо. Ну, отвалакас. Раз. Can open up to 65 windows at once and can see objects as small as 6 inches. Вот это в новостях тоже было. Супервайзер Дмитрий Крутов. И мимо про это в ВК. Что внутри смешарика? Та-дам! Скелет. Да ладно. Вот такой. Всем привет. Для анимации создавали скелет? Сегодня, завтра еще побухаю. А в понедельник начну качаться. Да, 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 да. Все так говорят. Что завтра начну новую жизнь, и нифига не начинает. Но в целом я челлендж прошел, вот если что, вот, где дирижабль был вот из GTA, вот я там чуть не проорался. Типа, он взорвался, там вылетел, блин, а потом в конце не выходит, как ни в чем не бывало. И вот этот вот момент, где укатывали этот асфальт, вот. Слово забыл. Зачем-то было садиться сверху. Вот зачем? Я не понимаю логику. Ладно, если понравилось меня реакция и не засмейся челлендж, вернее, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать видео, ставьте группу ВКонтакте, подписывайтесь на Зебруна и до следующего видео.